Добрый день, дорогие друзья. Наконец пришла пора собирать березовый сок. Хожу, подбираю дерево, с которого буду собирать. Нашел подходящее дерево. Сделал желобок, по которому сок будет поступать в банку. Осталось лишь вырезать клиновидный сборник из коры березы и собрать всю эту конструкцию. Итак, приступим. Надрезы для клина делаем неглубокие, чтобы сильно не повредить кору дерева. Тогда весь сок будет собираться в этом клине и передаваться по желобку в банку. Банку желательно прикрыть марлей, чтобы потом не выковыривать из нее дохлых муравьев или мусор. Конструкция готова. Осталось сделать лишь небольшие проколы над клиновидным сборником, чтобы березовый сок начал поступать в банку. Мы видим, сок пошел в банку, и теперь мы можем спокойно заниматься до самого вечера другими делами. За день с одной березы набралось около 2 литров березового сока. С этого дерева достаточно. И главное, замажьте обязательно садовым варом или глиной ранки, которые вы нанесли березе. До встречи на следующей неделе.